ничего, тренер, руки. Думаешь, я хотел быть учителем физкультуры? Моей страстью была ирландская чечетка, но отец сказал, что с моим слабым сводом стопы я порву сам себя. Любопытно. И что вы чувствуете? Давай, давай! Нужно больше времени! И я сказал, это моя жизнь, папа. Я буду делать, что хочу. Но мама такая, слушай своего отца. Но послушал ли я его? Что ж, ведь я